В Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов 3 февраля прошел творческий вечер христианского писателя, лауреата национальной премии «Золотое перо Руси» Анатолия Пчелинцева, где он презентовал свою новую книгу «Адвокат против фараона». Помимо литературной деятельности, Анатолий Пчелинцев является почетным адвокатом России, доктором юридических наук, главным редактором журнала «Религия и право». Поэтому в его книге были собраны реальные истории из его адвокатской практики защиты свобод церквей и верующих в России. У автора получилось не попасть в жанр адвокатской байки и не углубиться в сугубо развлекательность детективного рассказа, а сделай то, что принято называть литературой. Я хочу поблагодарить всех друзей, которые сегодня пришли на мой творческий вечер. Для меня это первый такой большой опыт, когда было столько много читателей, столько много поклонников. Я не считаю себя, что я какой-то суперпрофессиональный писатель, я просто пишу о жизни. В жанре судебного очерка я описываю те истории, которые я пережил сам, защищая права наших сограждан, права верующих, права христиан в судах. И я надеюсь, что мой опыт, писательский опыт, те истории, которые я описал, они помогут нашим чиновникам, нашим правоохранителям соблюдать закон, поскольку я призываю в каждом своем произведении к неукоснительному соблюдению закона. Этому я посвятил свою жизнь, и этого я требую от других. Еще раз всем спасибо большое. Я сегодня просто тронут тем вниманием к моему скромному труду. И хочу пожелать всем здоровья и благополучия. Спасибо. Вечер был наполнен теплой и душевной атмосферой. Звучали песни, поздравления и слова благодарности. В завершение каждый желающий смог приобрести новую книгу Анатолия Пчелинцева, которая не оставила равнодушными никого из собравшихся, а также получить автограф автора с наилучшими пожеланиями. Информационное бюро «Спектр», Москва.